Друзья, сейчас Екатерина Беляева прочитает для вас свое авторское стихотворение. Послушайте, пожалуйста. Нет, смотрите с радостью, земляне, на Россию. Ведь это благодатная страна, имеет право быть под небом синим. Поверьте, не желает зла она. Вы вспомните, как вас она спасала, когда фашист топтал тяжелым сапогом. Последнее порою отдавала. Она ведь знала, что земля наш общий дом. Так почему сейчас вы ополчились? И волчьи стаи нас пытаетесь кусать? Как на ладони, наконец, открылись? Хотите пожирнее уж сорвать? Мы никогда на вас не шли войной. За ваши войны вам не мстили мы. Стояли лишь за Русь свою стеною. Спасались верой от кромешной тьмы. Одумайте, ведь легче вам не станет, когда ордой пойдете вы на нас. Не разжигайте на земле раздора пламя, за все настанет судный час, день и час. А мы опять из пепла возродимся, как сотни раз на матушке Руси. Лишь в вере православной укрепимся. Помилуй, Господи, Россию и спаси! Екатерина Беляева, спасибо вам огромное.